Бастер, он же Джозеф Фрэнк Китон, главный соперник Чаплина в борьбе за звание лучшего комика немого кино. Не меньше уважаемый кинокритиками, но, увы, куда хуже известный современному зрителю. Китон прославился тем, что отказывался улыбаться не только на экране, но на любую камеру и просто на широкой публике. Как и Чаплин, Китон был не только одним из лучших режиссеров и актеров своего времени, но заодно сценаристом и автором шуток, и даже монтажером всех своих фильмов. Вдобавок, Китон вошел в историю тем, что сам ставил и выполнял удивительные каскадерские трюки, которые до сих пор поражают воображение. И при этом не использовал дублеров. Или все-таки использовал? Китона иногда ошибочно называют первым каскадером. Эта профессия зародилась почти одновременно с кино, хотя поначалу каскадерами были добровольцы из массовки. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Первым известным каскадером, нанятым, чтобы исполнить в фильме «Опасный трюк», стал Фрэнк Хэллоуэй. Он сыграл упавшего с лошади бандита в великом ограблении поезда. Каскадерский век был недолг. За 5 лет они или травмировались так, что дальше работать не могли, или зарабатывали достаточно денег, чтобы подыскать себе дело поспокойнее. Каждый год в Голливуде несколько человек гибло на съемках, а сотни получали травмы. Ничего удивительного, что Китон стал, видимо, единственный из кинозвезд 20-х, кто сам выполнял любые трюки в своих фильмах. Бастер начал выступать в 3 года и к 5 стал настоящей звездой семейного комически-акробатического представления, где отец швырял малыша по сцене, в декорации, а иногда и зрителей. Для удобства к его куртке была даже пришита ручка. К 21 году, когда Китон впервые попал в кино, такая многолетняя тренировка сделала его одним из самых блестящих акробатов и атлетов киноэкрана. А природное бесстрашие вместе с удивительной выносливостью заслужили ему у работников собственной студии прозвище, которым Бастер явно гордился – «маленький железный человек». Бейсболист Эрни Арсати, много лет проработавший у Китона реквизитором и которого пресса иногда называла его дублером, говорил в интервью: «Я никогда не был дублером Бастера Китона, потому что у Бастера никогда не было дублера. Китон – величайший каскадер в кино сегодня, и нет такого трюка, который оказался бы для него слишком опасным или слишком трудным». Один из лучших каскадеров Голливуда, Харви Перри, вспоминал: «Я не думаю, что мог бы выполнить его трюки, как он хотел. Он не просто поскальзывался и падал, за это время он успевал сделать много чего еще. Такого парня не заменишь». Китон начал свой путь в кино в 1917 году на студии знаменитого комика Роско Арбакла. И в годы ученичества он не только выполнял собственные трюки, но и частенько каскадерил за других, заменяя в опасных сценах даже девушек. Например, в этом кадре Бастер вылетает из лодки вместо Элис Манн, а в этом прыгает с 20-метровой горки в море за Элис Лейк. Здесь Бастер перепрыгивает из конки на лошадь вместо кучера. А вот тут, упаковавшись в подушки, совершает рискованное падение со склона вместо самого Роско. Но куда более сложные и опасные вещи Китон выполнял уже после того, как в 1920 году получил собственную студию и приступил к самостоятельному творчеству. Мы выбрали 10 самых впечатляющих трюков с рассказами самого Бастера о том, как они были сделаны. Далеко не все трюки получались именно так, как было задумано. Самая эффектная сцена из первой полнометражки Китона «Три эпохи» возникла в результате аварии. Мы построили декорации над Бродвейским тоннелем с видом на Лос-Анджелес. Потом мы подняли камеры повыше и снимали через наши декорации вид на улицу под тоннелем, так, чтобы казалось, что мы на высоте 12-14 этажей. У нас была сетка, натянутая от одной стены до другой ниже линии камеры. До нее было 10 метров. Вместо трамплина я воспользовался доской, закрывающей люк, положив ее на край крыши.
Я оттолкнулся от доски и попытался перепрыгнуть на другую сторону. Но я переоценил ее упругость и не долетел. Потом я понял, что если бы мне это удалось, то я побил бы мировой рекорд по прыжкам в длину. Я ударился плашмя о стену и упал в сетку. Но удар был такой сильный, что я слегка отшиб себе колени, бедра и локти. Мне пришлось отправиться домой и пролежать в постели 3 дня. На следующий день парни пошли в проекционную, посмотрели сцену, и она им понравилась. Так что они вернулись и доложили об этом мне. Я сказал, лучше всего будет повесить на окна козырьки, совсем небольшие, чтобы замедлить мое падение. В итоге это оказалась самая смешная сцена во всей картине. Сцена из второго полнометражного фильма Китона «Наше гостеприимство», снятая на настоящих порогах бурной реки Траки в Неваде, поначалу не сулила особенных опасностей. Бревно обмотали проволокой, протянув ее примерно метров на 20, и привязали к бейсбольной бите, которую держали 3 мужчин. Идея была в том, чтобы показать момент крупным планом, пока они не дают потоку меня унести. А потом проволока лопнула, и бац! Мы с бревном уже в порогах, отправляемся прямо в ад. Я ударялся о валуны бедрами и коленями и так налетал грудью, что меня выбрасывало из воды и переворачивало. Когда течение стало стихать, я подумал, что у меня получилось. И тут же оказался в пене глубиной в фут. В ней не так-то просто дышать и совсем не получается плавать. Меня спасла только излучина реки. Я ухватился за несколько висящих веток и вытащил себя из воды. Первое, чем Китон поинтересовался, когда его нашли, удалось ли операторам это заснять. Он требовал от них снимать любой форс-мажор, который мог случиться на съемках. Поэтому реальные кадры, на которых его уносит потоком, вошли в готовый фильм. Водопад здесь выглядит настолько убедительно, что долгое время сцена считалась снятой на натуре. На самом деле водопад был построен над бассейном большой студии, по соседству со студией Китона, вместе с подробной миниатюрой далекого леса на фоне для создания перспективы. В кадре, где Бастер ловит Натали, ее заменяет манекен, а когда отпускает – каскадер, но в самом трюке нет ничего поддельного. Декорацию построили над бассейном и провели 4 8-дюймовые трубы к большим насосам, чтобы подавать воду. Поток был глубиной сантиметров 15. Пару раз, раскачиваясь, я переворачивался вниз головой, пока ее ловил. Мне приходилось немедленно спускаться к врачам, чтобы мне из ушей и носа откачали воду, потому что когда столько воды падает и попадает на тебя, висящего вверх ногами, никому мало не покажется. Сцена снята с 3-го дубля. Первые 2 раза я промахнулся, но на 3-й поймал. В 3-м фильме Китона «Шерлок-младший» появилась ставшая классической сцена с катанием на руле мотоцикла, потом скопированная его современниками и даже вошедшая в фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Я ехал на руле мотоцикла, которым управлял мой напарник, пока мы не натыкались на кочку, и он падал. Я же продолжал двигаться в трафике, не зная, что остался без водителя и теперь веду мотоцикл сам. Это была адская работа. Во-первых, газ был на руле, а вот тормозов у меня не было. Я заработал парочку очень красивых синяков, просто прелестных. В одном эпизоде я ехал по улице, где рабочие копали канаву и бросались с землей. Эрни Арсати швырнул мне в лицо лопату опилок, и я ослеп. Я снес 2 камеры, разбив их вдребезги, пошибал массовку и в конце врезался в автомобиль, но серьезно не пострадал. Еще одна сцена из «Шерлока-младшего» прославилась тем, что принесла Китону самую серьезную травму за всю карьеру. Но он этого, правда, не заметил. В этой сцене он хотел спуститься с крыши поезда с помощью водонапорной башни. Напором воды меня ударило так сильно, что просто сорвало мои руки с веревки, и я упал. И когда я упал сначала ногами, потом спиной, я затылком ударился о рельс. У меня несколько часов болела голова. Я зашел к Милдред Харрис, первой жене Чарли Чаплина, и она дала мне 2 глотков спиртного. Тогда был сухой закон, и его нельзя было достать просто так. Оно достаточно обезболило меня, чтобы на следующее утро я проснулся с ясной головой и продолжил работать. Но когда я через много лет оказался в ветеранском госпитале в Саутеле, доктор вызвал меня и спросил, когда вы сломали шею? Посмотрите, на рентгене мозоль над трещиной рядом с верхним позвонком. Похоже, лет 10-15 назад. Что ж, мне повезло.
Для четвертого полнометражного фильма «Навигатор» Китон захотел использовать редкие в кино в целом и уникальные для комедий подлинные подводные съемки. Идея, видимо, пришла к нему 2 годами раньше. Реальными подводными съемками середины 1910-х занимались изобретатели фотосферы, братья Уильямсоны. Но чаще студии прибегали к менее дорогим и сложным сухим способам создания иллюзии подводности. Китона такие хитрости не устраивали. Сначала сцены попытались снять в городском общественном бассейне, углубив его до 6 метров. Но тот неожиданно лопнул, не выдержав веса воды. В итоге сцены сняли на озере Тахо в Неваде. Съемки велись на глубине около 6 метров. Китон сам спускался под воду в 90-килограммовом скафандре. А чтобы зритель не сомневался, что это именно он, ему сделали специальный шлем со стеклом во все лицо. Воздух в костюм подавался с платформы через шланг, и эта система вовсе не была безопасной. Мы построили ящик из досок для двух операторов с большим железным выходом наверх и лестницей. Вода в Тахо была настолько прозрачная, что действительно все было видно. Но такая холодная, что я мог оставаться внизу только до получаса за раз. Дальше просто никак. Холод пробирает насквозь. Я провел там месяц, снимая эти сцены. От пятого полнометражного фильма «Семь шансов» сам Китон был категорически не в восторге, несмотря на сюрреалистическую погоню по улицам Лос-Анджелеса с участием 500 невест, потому что сценарий фильма ему навязал продюсер. По-настоящему он любил только один эпизод с камнями. «Я сбегал по склону холма, а на холме было несколько валунов, и я, скользя вниз, случайно задел один из них. Когда я оглянулся, то увидел, что вслед за мной вниз по склону прыгают 3 валуна размером с шар для боулинга. Мне действительно пришлось от них убегать. То был крошечный эпизод, но на предпросмотре публика пришла от него в восторг. Я сказал, вот то, что надо. Мы сделали 1500 камней от булыжников размером с грейпфрут до 1 валуна 2,5 метра в диаметре. Мы раскидали эти камни по лысому склону большой горы, а потом я поднялся туда и принялся за дело. Камни были из папье-маше, но сам каркас уже весит кое-что, так что стукнуть эти камни могли как следует. В общем, я оказался в самой гуще лавины камней, и это спасло мне картину, хотя все началось с чистой случайности. Никто этого не планировал. В своем главном, самом масштабном и любимом фильме «Генерал» Бастер почти все время делает что-то опасное. Стреляет на ходу ядром из огромной настоящей пушки себе в кабину, прыгает сквозь горящий мост и бегает по поездам, как по улице. Но один трюк отсюда впечатляет особенно. Джонни Грей, видя преграждающую путь застрявшую шпалу, вытаскивает ее прямо из-под носа медленно приближающейся многотонной махины, которую нелегко было бы остановить, если бы что-то пошло не так. Но как только ему удается более-менее справиться с одной шпалой, на путях тут же обнаруживается другая, и Джонни молниеносно сшибает вторую шпалу первой. В трюке, правда, есть один секрет. Полная тайна организации. Внимание! Шпалы в фильме все-таки реквизитные. Увеличив кадр, мы можем увидеть на шпале заклепки. Бастер весил около 60 килограммов, а настоящая деревянная шпала – около 90. Так что использовать их для такого трюка было бы слегка затруднительно. Трюк, где одна шпала сбивает другую, один из тех, на которых зрители ахали, а не смеялись. Сцена была снята с первого дубля. Но самые опасные трюки требовали от Бастера не атлетических или акробатических способностей, остальных нервов и умения сохранять неподвижность. Когда Аннабель отвергает Джонни Грея, тот, не глядя, в опустошении садится на коленвал своего локомотива. И тут поезд неожиданно приходит в движение, заезжая в тоннель вместе с рассеянным Джонни. Я сам водил локомотив на протяжении всей картины. Я так хорошо научился им управлять, что останавливал его в мгновение ока. Но когда мы дошли до этого трюка, я спросил машиниста, сможем ли мы это сделать. Он сказал, существует одна опасность. Если подать слишком много пара, колеса начнут прокручиваться, и если такое произойдет, тебя убьет прямо на месте. Мы попробовали 4 или 5 раз, пока машинист решил, что он справится. Тогда мы пошли и сняли эту сцену. Самый опасный и самый знаменитый трюк Китона появляется в его последнем независимом фильме «Пароходный Билл-младший». Фильм заканчивается эпической сценой разрушения города ураганом, для которой использовалось 6 авиационных двигателей, таких мощных, что однажды они сдули в реку грузовик. Во время урагана на ничего не подозревающего Вилли Кенфилда
обрушивается фасад здания, так что он остается в живых лишь чудом. Этот трюк Китон уже использовал в фильме «За сценой» с Роско Арбаклом, в собственной короткометражке «Одна неделя» и в миниатюре, в короткометражке «Кузнец». Но никогда в таком по-настоящему смертельном масштабе. Деревянный фасад, шириной и высотой около 6 метров и весом больше тонны, был закреплен у земли на петлях. Каркас положили на землю и сделали окно вокруг меня, так, чтобы у меня было по 5 сантиметров до каждого плеча, 5 сантиметров до макушки и 5 до пяток. Мы разметили землю и вбили большие гвозди туда, где я должен был встать. Потом фасад поставили вертикально, закончили отделку и сделали зазубренный край, там, где он оторвался от здания. 4 человека на крыше одновременно резали веревку, и фасад падал под напором ветра и собственным весом. Вдова Китона, Элеонор, рассказывала, что прямо перед съемкой ему сообщили, что продюсер Джо Шенк закрывает его студию. «В то время я был не в себе, иначе никогда бы этого не сделал. Две статистки упали в обморок, операторы смотрели в другую сторону, и все на съемочной площадке были напуганы. Но это была отличная сцена». Так все-таки, есть ли трюки, в которых Китона заменили? Единственный известный такой случай произошел в колледже. После затянувшихся и дорогих съемок «Генерала» фильм нужно было сделать быстро и экономно. И хотя сам Бастер в тот момент находился в отличной физической форме, в этом кадре его все-таки заменяет дублер. Был только один случай, когда я использовал двойника. Тогда я нанял Ли Барнса, олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту, чтобы он прыгнул в окно второго этажа. Я не мог выполнить этот трюк сам, потому что я не прыгун с шестом, и я не хотел месяцами тренироваться, чтобы сделать это самому. I tried it. Однако Бастер делал нечто похожее в трех эпохах, но там можно было обойтись без правильной техники. В 1928 году Китон лишился своей студии и творческой независимости и был вынужден перейти на студию Метро Голдвин Майер, где ему, как одной из высокооплачиваемых звезд, не разрешали делать свои трюки самостоятельно. Но даже там, в фильме «Крошечный ураган», Бастер тайком от босса в студии выполнил за своего приятеля Лью Коди опасное падение с лестницы, получив за это целых $7.5. Несмотря на реальную опасность трюков, единственной травмой, которая надолго вывела Китона из строя, стал перелом лодыжки с разрывом связок на съемках «Электрического дома» в 1921 году. Длинный ботинок Бастера застрял между ступенек, и он упал с эскалатора на пол студии с высоты около 3 метров, после чего провел в больнице больше месяца. Китон благополучно дожил до 70 лет и умер во сне в своей постели от рака легких. С 17 лет Бастер курил как паровоз, по нескольку пачек сигарет в день. Однако до конца жизни каждый день упражнялся и плавал, оставаясь в отличной физической форме. И в любом возрасте мог выполнять акробатические элементы и рискованные падения. В 69 лет Китон снялся в канадской короткометражке «Железнодорожник». Несмотря на хронический бронхит, он сам дубль за дублем выходил из холодных вод осенней Атлантики, когда вся команда куталась на ветру в теплую одежду и упрямо спорил с режиссером Джеральдом Поттертоном, отстаивая придуманный им гэг с картой, который все считали слишком опасным. Он разозлился бы, если бы вы ему сказали, что стоять на одной ноге в вагонетке, пересекающей мост посреди канадских прерий, при том, что ее пол скользкий из-за предыдущей сцены, может быть опасно. Нас это пугало, потому что он ехал со скоростью под 50 км в час, борясь с дорожной картой и сильным ветром. Но он был Бастер Китон. И, черт побери, кто я такой, чтобы указывать ему, что делать?